Ребята, всем привет, а мы продолжаем играть в заправочку нашу любимую. Было тут у меня всякое. Я кое-чего не стала снимать, потому что я, как вы видите, по задачам, они почти все выполнены, я фармила вот эти задачи. Вот здесь нужно было 100 человек обслужить в магазине, 10 машин починить в автомастерской, получить кучу чаевых, вот это все я сделала и вам не показала. Ну, знаете, на самом деле, там нечего особо было смотреть, кроме того, что в какой-то момент я заработала столько денег, что я практически их все потратила на пальмы, тут вот, видите, лед все поставила, короче, на всякие приблуды, которые мне достаточно, ну, были не нужны, я в какой-то момент поняла, что мне не хватает денег тупо на бензин, там, в общем, была небольшая драма, но кроме этого не было ничего интересного в том, что я накапливала, значит, выполнение этих задач, потому что мне хочется вам показать все-таки, что здесь, да и самой хочется увидеть, что здесь вообще дальше по сюжету. Потому что вот это вот обслужи 100 клиентов магазин, это, конечно, весело, но мы видели это, в общем-то, даже больше, чем 100 раз. Так, а ну не подвисай. Вот. Поэтому я решила вас от этого избавить. И, в общем-то, сейчас мы пойдем заправим еще два автомобиля. И у нас все задания выполнены. Я так понимаю, что мы сможем сделать апгрейд до следующего уровня нашей заправочки. Скорее всего, так. Так, что еще? Угу, вижу. Вот шины я тут покупаю по дешевке. Надо, наверное, еще купить. Потому что шины очень сильно нужны. За них много денежек платят. Сейчас мы этим и займемся. Но сначала надо, конечно, заправить машины, посмотреть, какая у нас следующая цель. Вот, 260, собственно, баксов как с куста. Так, у меня запись идет? Идет, хорошо. У меня запись, кстати, идет, а секундомер у меня не включен. Ну, что это такое? Товарищ на кассе у меня обслуживает этот автобус туристический. Да что за фрезы? У меня заряжается же, да, заряжается. А что за... Что за странные... подлаги. Так. Вторую колонку, не знаю, на камеру купила или нет. Уже что-то, блин, подзабыла все. Да, улучшите свою заправочную станцию до уровня 4, предлагается нам. Дослужились. Так, человек, иди список задач отдыхать. Такие задачи на сегодня... Реально кажется, что какие-то подлаги. Но Streamlabs говорит, что кадры не выпадают, так что все норм. Может быть, это игра сама по себе такая. Но она до этого не лагала. Я, кстати, увидела, что можно апнуть склад. И, знаете, наверное, мне это нужно. Сколько нужно? 1000 рублей надо? Ох, нифига себе. Ох, нифига себе. Знаете, я, наверное, сначала апну с Warehouse. А что здесь левел 2? А что будет на левел 2? А, можно будет другие запчасти покупать? Нет, это мне пока не надо, я еле справляюсь. Давайте Warehouse, вот, купим склад побольше, мы тогда сможем сразу закупаться большими партиями всякой ерунды, будем ее выгоднее продавать, как мне кажется. Мы просто, у нас будет больше ассортимент, потому что сейчас у нас, видите, один попкорн тут стоит. А здесь вот алкашка какая-то была, но она заканчивается. Здесь тоже один вид. Здесь мороженое, кстати, можно положить, у нас его очень много. Так, и вот здесь, видите, тоже уже заканчивается. Сигаретки более или менее. Давайте сейчас посмотрим, почем у нас продаются автомобильные запчасти. Вот шины пока дешевые, надо брать. 2, 3, 4, 5. Сколько здесь получается? На 350, нормально. Вот. Шины и зеркала, в общем, как оказалось, это самый ходовой товар. Мне, кстати, кто-то писал, по-моему, в комментариях, что так и есть. Вот, пальмы, кстати, вот, которые я купила, вот, видите, вот одна, вот вторая. Это стоило очень дорого. А еще вот эти вот замечательные машины, вот, посмотрите, какая красота. Это, говорит мне игра, декор. Вот этот стул со столом, это все декор. На него ушло очень много денег, которые я могла потратить на что-нибудь хорошее. Ну, как бы получилось, как получилось.
Так, что у нас тут? Две кабинки у меня уже в туалете. И что-то ко мне никто не приходит. Да, ну не сигналь. Дурацкая шина. Вот здесь, я так понимаю, будет мойка еще, судя по надписи Car Wash. Да ну что ты будешь делать? Так, клиент у кассы, вижу. Короче, сейчас подзаработаем немножко денежек. Купим побольше всяких разных товаров. Вот то, что я, кстати, загрузила одни и те же мороженые, хотя надо было загрузить разные, это провал. Мороженое, кстати, не пользуется спросом особо. Как ни странно. Вот алкоголь, сигаретки, водичка, снеки хорошо заходят. Мороженое, я не знаю, зачем я так много его накупила. Автомобильные вот эти еще финтифлюшки всякие тоже норм заходили. Так. Наняла я человечка, он мне тут помогает вроде как бы, но не сказать, что прям очень сильно. Хотя, когда приезжает Пати Бас и выгружаются вот эти все инопланетяне, тирексы, вся вот эта туса, он, в принципе, справляется со своей задачей. За 50 там что-то баксов он стоит, он этот автобус обслуживает. Хотя, конечно, 50 баксов тоже достаточно прилично. Так, топлива мало. Надо купить еще. Сейчас мы починим человечка в гараже. И, в общем-то, на эти деньги купим топливо. Потому что топливо, как ни крути, нам нужно. Мы все-таки заправка, а не супермаркет. Хотя можно было уже... 4 колеса и зеркало. 3 колеса и зеркало, точнее. Сейчас пойдем еще примем колеса. Так. Можно было, конечно, сюда отправить человечка и заставить его поработать. Но так уж и быть, раз тут очередь не то чтобы прям выстраивается, можно и самой этим заняться. Как чувак доехал на трех спущенных колесах, я не понимаю. Но хорошо, что доехал. Мог же и не доехать. Всякое могло случиться. Главное, что он приехал туда, где ему помогут. Он знал, что, в общем-то, на заправке у сестры Винчестер лучший ремонт в городе. Вам тоже хорошего дня, сэр. Приходите к нам еще. Да ну что ты будешь делать? Да ну перестань ты. Так, что? Что-то купить хотите? Да-да-да. Попкорн, пиво, винишко. Тихо, стой! Поймала. Чуть-чуть бесплатно пивас не отдала. Так, топливо, сейчас, подожди, доставка топлива, 200, сейчас, да, пусть везут пока. Я так понимаю, что когда больше разных товаров, они их больше покупают. То есть людям нужен ассортимент. Так. Вы покупать? Нет? Чё вы тут ходите? Нету вот чокопайнок. Ну ничего страшного. Так, больше нет топлива. Ну ничего, я уже вызвала, оно едет. Так, надо пойти принять покрышки. Не бибикай. Здесь, наверное, прибраться. Ой. Немножечко. Чтоб хотя бы вот здесь можно было заходить нормально. Так.
Эти доски какие-то. А это нельзя поставить, типа? Может, я тут хочу полобать немножко. Так, доставка, да? Бегу. Ой, подожди, 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 надо же склад закрыть. Ну, здрасте. Чуть не оставила тут все нараспашку. Да, Илон, привет, привет, Илон. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет, сейчас все будет. И чего бибикают? Неужели вы не видите? Он какой дядька. Так, ну мы сейчас тупо купим на новую заправку. Подожди заказа. Да он вышел уже. В смысле подожди заказа? Я знаю, что ему нужно. Ему нужен бензин, скорее всего. Все еще сигналят. Так, мне надо с сотрудником с моим еще расплатиться. Та-та-та-та-та, работник. Так, оплата 53. Статистика. Так, он на кассе прямо уже 5 уровня кассир. Кассир 5 уровня уже. Это хорошо. Так, кто тут еще натоптал? Клиент у гаража, да-да-да-да-да. Пойдем. У гаража это наши самые любимые клиенты. Что такое? Ой, одно колесо. Всего лишь. Без проблем. Мы за сколько там купили? За 56, по-моему, колесишку. А заплатят нам сейчас 80. Ну, в целом. В целом сделка неплохая. Так, сюда разгружаем ол. Сюда, кстати, зеркал осталось тоже немного. Этих, в принципе, достаточно. Клиенту топливо. Бегу. Топливо нам завезли. Так что все норм. Я думаю, что мы сейчас уже скоро накопим. 1000 нам там, да, надо? 1000 долларов. Можно попробовать, кстати, сделать еще одну парковку. По идее, ко мне больше будет людей приходить, приезжать. И не занимать парковку. Если, например... Ну, точнее, занимать парковку, но там будут еще свободные места для тех, кто хочет что-то купить, а не для тех, кто просто приехал мусор выбросить. Как бы. Мне такие ребята не нужны. Губки, я смотрю, хорошо вот эти разбирают. Они причем стоили каких-то бешеных денег. Там что-то 80 баксов за 10 штук, что ли. А они, вон, видишь, народ изголодался по губкам. Так, а давайте возьмем Руди тогда, да почистим это. Сейчас посмотрим, сколько там... Сколько стоит еще одну парковочку сделать? Нет топлива, ну кайф. Так, мне нужна канистра. Ну, не сигналь. Не сигналь. Ща. Заправим Руди. Ну вот что сигналите? Ну честное слово, ну как маленькие. Так, что там надо нажимать? ЛМБ. А, ЛМБ. Это не РМБ, а ЛМБ. Все понятно. Так. Здесь загружаем.
Ага. Так. И эту кучу тоже сразу уберем. Тут в два захода. Ну ничего страшного. Клиенты, блин, клиенты валят. Ну что поделаешь, у нас здесь важные работы. Модернизация заправки. Чтоб все было как надо. Нам нужно больше клиентов. Чем у нас будет больше клиентов, тем мы больше денег будем зашибать. Это известный факт. Ну? Ну? Так. Полный мусор. Ну сейчас при 5 человек на кассе? 6? Там патибас, что ли? Если там патибас, это не очень весело. Ну я скидываю. Нельзя, блин, оставить заправку ни на секунду. Да нет, там нет автобуса, это просто люди. Ладно, ладно, сейчас всех обслужим. Всех обслужим, не расходитесь. Так, топливо тебе. Топливо тебе. На здоровечко. Так, что тут происходит? Так. Да, сейчас, 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 сейчас. Кассир здесь. Так, гараж, давайте отправим нашего человечка, пусть починит. Список задач, ремонт. Иди. Потому что гаражные вот эти клиенты приносят нам наибольшее количество денег. Надо, чтобы они не уезжали. Потому что вот эта вся ерунда на кассе, это вот, конечно, тут много всяких заказов, чуть-чуть, по копеечке, но тем не менее, вот эти, блин, 4 бакса, как мертвому припарка. Особенно, если тебе нужно накопить 1000. Так, ну вот и все. Сейчас приберемся здесь, а то ж натоптали, стой. Ага. Так, мешок. Петь, петь. Что тут еще накидали? Ничего не накидали больше. Так. Пока стояли тут 6 человек, блин, а следов как от стада слонов. Клиенту топливо, да, без проблем. Не посмотрела, кстати, сколько заплатил чувак из гаража. Так, этот наш дружок, ты что там делаешь? Иди, отдыхай. Так, морожка. Вот этих надо будет купить, сигареток надо будет купить, кучу всего надо будет купить. Ой. Можно, конечно, сейчас немножко потратиться. Может быть, немножко потратиться. Давайте потратимся, сейчас закупим. Закупим товаров. Что у нас тут? Так, закуски. Алкоголь. Дешевая фигня. Сигаретки двух видов. Химию. Газет у меня нету с этого. 429. Ну, давай, давай. Ща, привезут, привезут, господин полицейский. Я уже заказала. Возьмите сигареток пока. Ща мы опять накопим, не волнуйтесь. Потому что я знаю, что у нас было уже 800 баксов. Это уже почти, в общем-то, то, что нам нужно.
Но я боюсь, что я сейчас отдам 1000 рублев на вот это все, и я тогда останусь и без денег, и без товаров. И если вдруг, например, у меня опять что-нибудь мне ударит в голову, и я захочу себе пальмы купить, меня из этого кризиса не вытащит уже ничего, потому что меня вытащили как раз товары из супермаркета, потому что их у меня было закуплено в избытке, и я по чуть-чуть туда-сюда. Там сигаретка, здесь бутылочка, и я, в общем-то, опять на коне. Но если бы не супермаркет, который я тут периодически ругаю, говорю, что он копейки приносит, не знаю, ребята, где бы мы с вами были. Скорее всего, под мостом побирались бы. Так, товары, по-моему, приехали. Ага, ща. Не благодарите. На доставку, да, сейчас придем. Ну, здрасте. Три колеса. Ладно. Мне кажется, надо еще колес покупать. Я так никогда не накоплю себе на заправку 4-го уровня. Ну правда, ну колеса, блин, расходятся вообще, как пирожки. Мне кажется, каждому второму... Да нет, каждому первому нужны новые колеса. Потому что заканчиваются они, и я их не успеваю ставить, их уже нет. Да-да-да, всего хорошего. Так, доставочка приехала. Угу. У меня тут немножко не убрано. Ух ты, хорошо, красиво сейчас было. Отскочила прям. В отскок. Ага. До свидания. Спасибо большое за доставку. Вот это было нехорошо. Нормально. Так, все, уехал. Получается, мы сейчас разложим все, что... Ну, Олег. Ходит и скрипит тут. Бессовестный. Ходит и скрипит, представляете? Я тут, блин, тружусь в поте лица. Он только делает, что скрипит. Просто скрипит. Уровень топлива низкий, опять низкий. Вы угораете, что ли? Я ж только купила. Так, все, наверное, выкладывай. Тут поместится. Здесь тоже place all, place all. Так, мороженое all. Это что? Place all, place all. Place all. Place all, place all. Нормально, нормально. Но надо еще купить топливо. Без топлива мы не заправка, к сожалению. Так, доставка, топливо 200 давай, наверное. Мы так никогда не накопим. Мы никогда не накопим. Ладно, ничего страшного. Сейчас все будет. Это клиент у гаража. Не буду платить этому бездельнику, я сама его обслужу. Есть какой-нибудь день посмотреть вообще, как я работаю в плюс или нет? Потому что у меня такое иногда ощущение, что я не работаю в плюс. Good job. Мне просто бы узнать. Может быть, все, что я делаю, бессмысленно. Хорош.
Да, чего? Колесо? Ты что тут стоишь, Джон? Джон, блин! Я же тебе сказала, я тебе не сказала отдыхать идти, Джон! Блин, если ты за это деньги возьмешь за то, что стоишь... К тебе же приехали, чё ты ничего не делаешь-то? Ну, Джон... Так, я сейчас тебя пойду... Как отправлю отдыхать? Платить ноль? Ну тогда ладно. Если платить ноль, меня это устраивает. Ой, натоптали. Ну что это такое? Так, топливо, подожди, подожди, надо топливо. А то сейчас будут тут сигналить, все слышу. Ага. Так, все, пошли новые товары. Заходят, заходят. Вот, нормально, на 43 рубля накупил. Whoa, это все потому, что у меня хороший ассортимент на заправке. А вы думали? Так. Это у вас мусора пришел. Так, а куда я иду? Я что-то шла на склад, как будто бы. Сколько стоит еще одну парковку сделать? Игра. Иди сюда. Так. Оборудование. А, я не могу еще одну парковку сделать. На 4-м уровне только откроется. Ясно. Ясно, понятно. Ну ладно, тогда подождем. Ладно. Ну тогда копим. Но я хотела колеса еще заказать. Это серия о том, как я никогда не накоплю. 4, 5, 6, 7, 8. Сколько стоит? Матерь Божья. Раз, два, три, четыре. Я слила все деньги на... Ну хорошо, хоть не на пальмы. Так, вы тут постойте, я пойду пока господин в гараже, потому что господин в гараже стоит один. Я так понимаю, что здесь очередь не выстраивается нифига. Так, куда колесо делось? Только что его держала. Ладно, плевать. Чего там? Так, колесо. И маркером поводить по двери. Окей. Так. Ага. Так, и штучку, да? Какая дверь? Вот эта? Давай штучкой. Ага. Что тут за свитки? В туалете должна быть чистота. Потому что вроде бы от наличия туалетов зависит количество людей, которые приезжают сюда. То есть люди приезжают сюда, зная, что здесь есть туалет, и они в него могут сходить. Поэтому его надо содержать в чистоте. О, ты тут так стояла, блин, ради баночки пива. Ой, мадам. Так себе у вас приоритеты. Еще, небось, и за рулем приехала. Сигареты вот эти мелкие, в них фиг попадешь. Приходится тормозить немножечко, так вот следить, чтобы они там никуда не упали. Сигареты, кстати, опять, блин, кончаются.
Что за ерунда? Только заказала. На сигареты спрос огромный, блин, как в жизни. Симулятор жизни. Так, ну чё, он едет? Доставка моя. Как будто бы едет. Хорошо, что швабра не ломается. Швабра моя всегда со мной, как и Руди. Да, вон моя доставка едет, но они там что-то, по-моему, застряли. Чё у вас тут происходит? Вы чё, пацаны? Ну здрасте, у вас авария? Давайте швабра немножко ткну. Уходи, давай отсюда. Проезжайте, сэр. Ну что вы тут не можете разъехаться, мужчина на оке? Ладно, это не ока. А, вы ко мне? Заезжайте тогда. Тогда заезжайте. Встали тут, блин, сигналят, не могут разъехаться. Пришлось вот швабре немножечко помочь. Ну ничего страшного, такое бывает. Так. Все получается. Это ко мне шины приехали и зеркала. Иду, иду. Ну ладно. Так. Все поместилось в одну доставку. Нормально. Так, гараж, пойдемте. Нам как раз нужно все разложить. Угу. Угу. Это нам не нужно. Нормально. Так, мужчина, что случилось? Рассказывайте. Ой, одно зеркало вам надо. Стоило-то ради этого так далеко ехать. Нормально, 100 баксов. А я заплатила за это зеркало сколько? Что-то около 30? Подожди, реально? Доставка, запчасти, зеркало. О, 80, фига, оно подорожало. Не, оно же было какое-то, оно было недорогое. Я же его поэтому и цепанула. Ну, это очень выгодно зеркала продавать, получается. Что у вас тут за очередь скопилось? Чуть-чуть отошла. Вообще нельзя оставить людей. Так, ну что там? Что вы там хотите себе накупить? Печенюшек еще. Ага. Ага. О, мороженое. Хоть кто-то берет мороженое. А что вы не хотите вон кар-парц вот эти брать? Я их кому как бы покупала? Вообще спроса нет на них. Как на мороженое. Губки хорошо расходились. А вот это вот оранжевые эти бутыли вообще не расходят. О! О! Сразу видно, искушенный покупатель. Спасибо большое. Приходите к нам еще. А тебе что, зеленый флеш? Печеньки. Купи масло. Так, не топчи меня тут. Текс. Да, алкоголь прям заканчивается. Прям заканчивается алкоголь, как и сигаретки. Но я не знаю, есть ли смысл нам сейчас что-то покупать, или мы уже просто будем... Накопим там мы к этой серии 1000. Я надеюсь, что накопим, а уже в следующей серии будем разбираться, что тут у нас появилось нового. Не, ну красиво, конечно. Ничего не скажешь. А там же какие-то новые цвета, да, появились? О! Они все не очень красивые. Как отсюда выйти?
Так, клиента заправим, давайте заправим. Тем более ему вон аж сколько надо бензина. Так, пират, ага, добрый вечер. Ты просто пришел выкинуть что-то? Ну купи вон кефир. Серьезно, тебе ничего не надо? Может мне кому-нибудь взломать это самое? Я что-то под... Так, где ты, мелкий? Мелкий паразит. Я тебя слышу. Я видела, как он пробежал, конечно же. Ой, это ваша машина, да? Извините, пожалуйста. Блин, далеко. Я сейчас тебя втащу. Ладно, пусть бежит. Пусть бежит. Его счастье. Не получается у меня что-то взламывать. Не быть мне взломщиком. Ну, в общем-то, это и нормально. Я же продавец топлива все-таки. Это же симулятор заправки, а не симулятор взлома. Вообще странно, что есть такой функционал на заправке. Разработчики намекают, что все заправщики взламывают багажники своих клиентов. Такой вот симулятор, да? Так, ценители масла у нас. Начали раскупать. Распробовали, так сказать. Угу. Мадам. Давайте быстрее, у меня там клиент в гараже. Так. Что у вас за проблемы? Два колеса. Окей. Ну все, четвертый уровень заправочки, жди. Отлично. Еще одна. 4, 5. Сняли. Надели. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично, все, ребят, мы накопили. Я вас поздравляю. Сейчас пойдем апгрейдиться. Было непросто. Постоянно хочется отвлекаться на всякую мелкую ерунду. Да ну, что ты будешь делать? Вот, например, как эта дама. Пришла кефирчика купить на заправке. Так, топливо. Раз. Топливо. Два. И мы идем апать заправочку. Ну-ка, ну-ка. Вау! Левел 4. Опять красить. Блин, что там за рисунки, а? А что? О, новые цвета. О, синий благородный появился. Нормально, нормально. Но они все какие-то не то чтобы прям очень красивые. Ответь на звонок. Лучше поторопиться, что-то темное на горизонте. Ну, здрасте, это дракон, да? Я надеюсь, что это дракон. А у меня теперь еще больше пространства, я так понимаю, да?
куда я могу наставлять стеллажи с товарами. Ой, ну тут не так уж и много красить-то пришлось, смотри-ка. Нет, Деннис уже всю заправку изрисовал. Угу. Самолет какой-то пролетел. Только что. Так, какой цвет у нас для балок вот этих? Вот этот, да, по-моему? Ага. Так, и крышу, я так подозреваю, надо покрасить. Крыша же тоже немножко народилась. Чуть больше стало крышу в нашем владении. Ой, тут тоже немножко. Сейчас сразу покрасим, чтобы на это не отвлекаться. Угу. Ай. Кто-то может сказать, что довольно скучного такого цвета у нас заправка. Но я вам скажу, что она не скучная, а классическая. А классический стиль — это тот стиль, который подходит большинству. Так, нам сделали место под еще одну колоночку, что ли? Я правильно понимаю? Ну, типа да. Типа да, смотри-ка. Так. Ну да, у нас здесь получается... Так, мужик! Иди на кассу. У нас... О, ну здесь прям это... Здесь прям солидно много места. Здесь прям можно целый супермаркет открыть. Так, ну давайте, ладно, стены докрасим. Да будем заканчивать. Просто чтобы у нас сразу уже все было красиво. Так, слышу, пришел мой работничек, пиликает. Что-то темное на горизонте. Мусор сейчас уберу. О, приехали, пацаны. Ну чё, злитесь-то сразу. Я ж не знала, что вы тут. Чё начинаете-то? Вы все натоптали и ушли? Бананы тут свои раскидали. Удают. Я даже не слышала, что они приехали-то, блин. Ща они мне тут все, блин, все подберут. Все, что у меня есть. Блин, из этой игры невозможно выйти. Эта игра, она затягивает. Ты такой, сейчас. Я только вот поменю. Поменяю колесо, и все, и закончу. Сейчас, я только докрашу, и все, и закончу. Ну, надо же клиента обслужить. Ну, что ж он стоит-то тут ждет? Ну, надо же, как бы... Нет. Это навсегда. Эта игра вызывает привыкание. Если вы в нее еще не начали играть, лучше не начинайте. Вот смотрите, как я страдаю. А сами... Не-не-не, ребят. Вам это не нужно. Вы еще молоды. Ладно, на этой замечательной ноте мы все-таки закончим. Да что ж ты за свинья-то такая?
В общем-то, спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.